Сейчас после этого уже ничего не будет. Вот эта игра и все на сегодня. Как обычно за Девила я играю. Блин. Ну, тут я не знаю, прыгать надо вовремя. Эмулятор? А вы Фомиком? На тебе, блин. Ящиком по башке тупой заяц. Ты на месте, придурок. Ах ты собачка. Вообще зайчик. Рейд на последнюю игру. Вот зря. Ну, спасибо за рейд. Там какой звук был? Звук лошадей? Не, прям, я не знаю, это последняя игра и все на сегодня. Это перепрохождение. Тем более неофициальный стрим. Так что выбирайте другую цель, пока я еще не закончил. Ой, как лагает-то. Выглядит не так, как обычно, а как должно быть? Чёрт, что ли? Так это ж консоль, блин. Тут... Тут всё как есть. Я на эмуляторе играю только ради онлайна. Все. Так. Рейд, а кого зарейдить-то, блин, из своих? Убей! Блин, фу. Повезло.
блин, как-то уж, я не знаю, неофициальный стрим, вроде ничего не планирую толком особого. Хотел Little Samson по First Rhymes. Что-то я даже не знаю. Но! Я умер. Да ладно. Да ладно, почему я не допрыгнул? Что за... Через 3 минуты. Ну ладно. Сосай. Введи команду пососи, пососать, точнее. Это на случай важных переговоров. Thank you.
Ну я удалю, ладно, раз команда не нужна. Там пару не нужно. Надо удалять. Самый дебильный босс. Действительно. А я, по-моему, не включал. Да его тоже надо удалить. Как-то, блин, не знаю. Да, я часовую башню первым. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, сейчас будет код транзит. А, нет, не здесь, по-моему. Тут это будет. Когда шахта будет, тогда будет босс один. Сам ты сосай, куда сай? Внизу там написано, что за команда. Of course! Да, я понял, что страус. Страус, Ваня. А за затролил. Затролил. Хотите в жопу шестерни все. Вот так. Пососать хочешь? Я знал, что кто-то за это пишет, блин. Так, поехали. Ой. Я забыл. Тоже убрать бы, наверное, фейл. Грустный тамбон. Куда ты поехал? Блин. Не, я, кажется, знаю, что надо постримить. Ведь сегодня вышел хак контр-хардкорпсов. Надо ценить. Да зачем? Да я так захотел. Вот он, код транзистора, блин. В шахте. Шулер, блин. Одни четверки кидают.
Блин. Да, в натуре надо ценить хак. О-хо-хо! Красивый ворот, кстати. Надо вот это заменить тоже команду. А я не знаю, какие. Я читал, типа, там 10 жизней в начале, 4 хп, какие-то оружия, это самое, улучшенные, что ли. По-моему, хардмод какой-то еще встроен. Блин, а я здесь не знаю, как взять жизнь, блин, в этом в соло. На двоих там проще берется. Стоп. Я не туда пошел! Ну ладно. Вот как вот здесь? Нет? А как? Кто мне скажет? Как тут жизнь нормально-то брать? Я ж... О, погодь. Yes! Найс. А, я умер еще. Блин. Походу там настолько все офигенно, что я больше не могу залезть, видимо. А нет. Да нахрена перекидывать? Подожди, зачем? Просто я на одного никогда не брал. Короче, надо ценить, да? Ну, в принципе, ладно. Будет КХК. Модхак. Посмотрим. Заценим. Еще. На фуршаке же пойдет или нет? Сай. Куда сай? Сос. Назовите сос. Сдавайся. О. Ну и все, побежали. Блин, это грёбаная рогатка, а? Он хвостом, что ли, растягивает? О, петушари, убежали. Ай, больно. Да блядь, нахрен я кину ящик-то?
Я вообще хотел проверить, есть тут жуть или нет. Ой, да ладно, как я еще умер, блин. Блин, робот-собачка напоминает кота-робота в Том и Джерри, блин. Где все за него делал, а потом под конец расхерачил все. К херам, блин. Этот робот. Danger. Danger. Dangerous. А, я что-то деваю, блин, спать хочу, наверное. Ой, блин. Чё-то попахивает. Не, серьезно, что это? Это что, новый пацифист челлендж? Блять, 5 из 5, сука! Ясно. Шесть из шести, господа. Я ничего не делал. О-о. Это просто тупо рандом. Вот серьезно, это тупо рандом, блин. Шесть из шести, блин. Когда-нибудь будет 10 из 10, тогда вообще будет... Вообще топ-1, блин. Тогда можно челлендж бросить. Бля. Но это уже 9 будет. Да, последний точно так же. Это будет сколько? 8 из 10, блин. Блин, я вот так не могу кидать. Ну, ГГВ хочу. Thank you.
24.48 последний раз был, а это ладно. Хотя на самом деле пацифист босс не так уж и сложный. Особенно первый и вот этот последний. В общем, вот так. В общем, я сделал то, что хотел. Ну а теперь самое интересное. Сейчас будет. Придется Мега Драйв доставать. Даже не надеюсь, я не буду спиранить эту игру. У меня и так это был казуальный или пусси ран, так что не хочу. Слушай, тебе пойдет такое предложение? Я буду все ящики открывать, прям абсолютно все. Все вот эти сердечки будут накапливать, и пофиг вообще. Ну так знаешь, что еще ты можешь сделать? Сам выкладывать, и типа я разрешил.